называется пропажа. На ветке березы сорока трещала. У девочки Насти спасибо пропало. Оно не встречалось на вашем пути. Друзья, помогите пропажу найти. Весь вечер потратил на поиски папа. Смотрел за диваном и в ящиках шкафа, и между страницами книг и газет. Заглядывал нервно под старый буфет. Он даже вспотел. И тогда на подмогу позвал из соседской квартиры бульдога. Немедленно помощь нужна мне, дружок. Спасибо для дочки, найти ты бы мог? Обнюхал девчушку, бульдог оживился. Взял след и мгновенно в погоню пустился. Привел на площадку, и там удалось найти под кустами чудесную кость. В песочнице детской машинку-игрушку и кем-то забытую чудо-зверюшку. На длинной скамье водяной пистолет. С позором домой воротился сосед. Наутро продолжила поиск бабуля, поставив на стол с манной кашей кастрюлю. Сварила на завтрак, но внучка не ест. Устроила Настенька каше протест. На девочку глядя, бабуля вздыхает. Не есть, ни спасибо сказать не желает. Ее показать не мешает врачу. Таблетки, микстуру и мазь оплачу. Вот скорая помощь по улице мчится. И в дверь уважаемый доктор стучится. Послушал ребенка, взглянул на язык. Я к шуткам воскликнул, совсем не привык. Как врач заверяю, малышка здорова. Не страшно, что ею потеряно слово. Меня вызывать лишь по делу прошу. На этом прощайте, к больному спешу. Беспомощно мамочка смотрит на Настю. И надо же было случиться несчастью. Давай повторишь ты «спасибо» за мной. Девчушка качает в ответ головой. Стоит и молчит, лишь нахмурила брови. Слезинки сорваться с ресничек готовы. Как дочке помочь, мама в толк не возьмет. А бабушка сыщика в гости зовет. Смекнув, непростое досталось мне дело. Прикинулся клоуном сыщик умело. Он Настю поднял и поставил на стул. И девочке горстку конфет протянул. В нарядных обертках их было немало. «Спасибо!» — восторженно Настя сказала. «Открою секрет, я конфеты люблю. Вас чаем душистым сейчас напою». Родителям гость отчитался толково. Нашел я бесследно пропавшее слово. «Понадоблюсь снова, зовите, друзья». Осталась довольна работой семья. Но слово у Насти с тех пор не терялось. Чуть позже волшебное ей повстречалось. «Ну как, согласитесь, с таким не дружить?» «Пожалуйста», — стала она говорить. «А вам, Тимофей, Макары и Томы, слова эти, честно признайтесь, знакомы? Проверьте, ребята, пока вы играли, вы вежливых слов никаких не теряли?» Спасибо.